Всем привет! Сегодня у нас в обзоре 80 тысяч гривен. И мы с вами будем пытаться найти, дай бог, чтоб чего-то нашлось, какие-то интересные номера, которые можно выгодно выставить в интернет и перепродать. Кстати, я когда начинал свой антикварный бизнес, у меня в кошельке было 1600 гривен. Естественно, много лет назад это были гораздо поинтереснее деньги. На них можно было гораздо больше позволить себе. На данный момент это не очень, скажем так. На них можно уже поменьше купить каких-то вещей, продуктов и так далее. Когда я потратил вот эти все деньги, у меня там было в кошельке оставалось где-то гривен 40-50, я просто не знал, что мне делать, какие монеты, часы мне покупать. Но все-таки антикварная какая-то сноровка внутри меня дала о себе знать, и я потихоньку начал раскручиваться. В итоге мы сейчас с вами видим то, что мы видим. Итак, поехали, сейчас будем распаковывать все. Мне там некоторые люди писали, мол, типа, здесь нет 80. Ну что ж, неверующие, начинайте подсчитывать. А мы с вами будем искать интересные купюры. Так, это мы сейчас распакуем. Вот здесь даже новенькие есть. Вот они вообще просто великолепные. Начнем вот с этой пачки. Нужно запастись терпением и пересмотреть все внимательно. Ну вот, допустим, 47-47-27. Пока мы отложим. Если я где-то чего-то пропущу, потому что здесь большой объем, вы мне можете подсказать, написать в комментарии, на какой минуте и секунде, возможно, я что-то пропустил. Да, здесь нужно попотеть, перебрать это все. Но я считаю, и вы, я думаю, это приятная переборочка. Интересно, попадется что-то или нет. И вот. То, о чем я говорил, 60-60-60. Откладываем. Отлично. Уже хоть не просто так. Так, это у нас новая купюра. Здесь мелкие цифры такие. 548-31-60. Чуть-чуть неудобно. Будем вот так вот. 106. Уже чего-то есть. А вот эти идут подряд. Новые купюры. Это так видно в банкомате. Ячейка разорвала, видно, стопку и выдала новые прямо банкноты. 70, 73, 75. Ну, отложим, потом разберемся, если что. 68, 68. Вот если бы еще 68... А ну так постоянно, когда перебираешь пачки, где-то что-то, чего-то не хватает. Я думаю, банисты меня поймут.
230-235. И у меня для вас будет следующий ролик очень-очень интересный. Поэтому не перематывайте, внимательно все смотрите от корки до корки. Также не забывайте о моем конкурсе. 22 февраля будет один год моему каналу. На кону стоит супер такой приз — обучение антикварному бизнесу. Его ценность составляет 1600 евро. Поэтому не пропустите получить, можно так сказать, второе образование. Я когда начинал, вообще мне никто не хотел ничего подсказывать. Поэтому я прекрасно понимаю новичков, которые нуждаются в информации, а им неоткуда черпать. Вот эти вот номера идут подряд. Вот эта новая вся пачка. Мы их, наверное, как-то сейчас отложим. Вот это называется состояние пресс. Идеальные просто. Попробую их, конечно, продать. Они просто вообще конфета. Как будто их в приватбанке разрезали и положили в банкоматы. Шикарные просто. Шикарные. Вот такое состояние нужно собирать, откладывать, только чтобы номера на них были поинтереснее. Вот здесь обычные номера. Фишка только в том, что у них состояние пресс UNC. Классное вообще, очень приятно. Их тут же нужно ложить в файлики. Ну вот такой номерочек 0808, еще бы 08. Вот это бы уже бы интересно было. Класс. Состояние просто огонь. Настолько вот приятно руками брать. Вы себе даже не представляете. Класс. Здесь цифры, да. Но можно предугадать, какие идут. В общем, эту пачку можно попробовать отложить. Вот они даже как раз выделялись, когда я переворачивал ребром. Вот их как раз можно было заметить. Так, и дальше переключаемся уже. Такие поношенные, использованные. Так, 56. 0-0. Это вообще такая убитая. Двести сорок семь, 847. 47-47. Я под этим роликом оставлю ссылочку на розыгрыш, который будет 22 февраля, поэтому обязательно подписывайтесь. 296, 8, 286, ну такое, скажем так. Вечно где-то что-то не дотягивает. Где ж эти уже все семерки будут? Вот это будет уже джекпот. Я для вас подготовил классную информацию. Поэтому дождитесь обязательно следующего ролика. 0.92, 0.9, ну вот пятерочку и двоечку поменять местами уже бы. Ну отложу ее.
755. Так, эту пачечку мы с вами закончили. Так, дальше пятисоточки. Погнали. Значит, 47, 53, 715, 800. Не знаю, мне всегда вот очень приятно с пятисотками работать. Если здесь редкое попадется, уже классно заработал. Ну, это чисто мое мнение, поэтому не обращайте внимания. Так, вот здесь у нас три двоечки. Здесь три шестерки. 112, 556, 693. Ну, хотя бы хоть какой-то радарчик попался бы. Чтоб хоть не зазря. 177, 333. 209. Четыреста семь и четыре восьмерочки. Ну, отложим, потом в конце подведем черту. Я думаю, что однозначно можно будет чего-то там по 10, по 20, по 30 гривен попробовать навариться. Почему бы и нет? Так, 700. Пятьсот тридцать пять, 53, 530. Пятерочку бы. Так, 23, 23. Уже когда пересматриваешь очень много, уже цифры как сливаются уже в одно и то же. 604, 27. Эх, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Так, 106 016 тоже отложим. Так, 90 80 80 тоже отложим. 520 18 27 636 789. Так, эта пачка у нас готова. Так, это у нас эта пачечка. Последняя. Вот так вот быстро заканчивается. Так. Поехали. 984. 856, 568. Отлично. Уже хоть что-то. 856, 568. Потом разберем в конце. 920. Жалко, да, то, что бона вот эта такая уже потрепанная. 937. 0,31, так, не то. 0,37, 25, 21, 24, 623.
17-15. Очень сложно найти, поэтому приходится такие большие суммы лопатить. Если вы работаете кассиром, вам, конечно, полегче. Открыли кассу или новое поступление. И можете вот это все искать, пересматривать. Поэтому, если вы где-то работаете в таких учреждениях, кассиром, в магазине, в банке, я ставлю свой контактный телефон, Viber, WhatsApp. Пишите, звоните мне. Будем сотрудничать. Я объясню вам, какие нужно искать купюры. И будем зарабатывать. Так, 214, 210, не то. 213, 59, 56, 55. И состояние, видите, какое не очень, но отложим. Надо же хоть что-то пооткладывать. 0204, 947, 276. Девятьсот тридцать один. Сорок три, сорок два. Тридцать четыре, тридцать два, тридцать три. Вот это уже тоже 10-20 гривен. Отложим 590. 261, 405, так, единички, ну хотя бы замес нолика еще единичка. Тоже банисты любят самые классные, самые вкусные номера, а их попробуй найди. Нужно и время потратить, и кассирам заплатить, поэтому не все так просто. 229, 699. Ну такое. 0265. Чем-то похожи были. Заметили? Самое главное не отчаиваться, а искать, искать и искать, потому что кто ищет, тот найдет. Я тоже искал, когда у меня деньги закончились. В кошельке было 40-50 гривен. Ну, вот и доискался. Поэтому у вас точно так же все получится. Да, будет непросто. 649, 749, тоже такое состояние поганое, но отложим. Будет непросто, но по-другому никак. Антикварный бизнес – это тоже бизнес, как и любой другой бизнес. Нужно поработать, попотеть, и потом все будет работать на вас.
В антиквариате это знание. Если вы не понимаете, то вы не зарабатываете. Поэтому я всех своих учеников прокачиваю просто по полной. Они-то это знают. Так, вот у нас уже финиш. Ноль восемь. 40. Вот и три семерки. Такой, конечно, странный номер. Ноль семьдесят шесть. Девятьсот восемнадцать. Вот это уже 15-20 гривен. Вот такая вот банкнотка. Отлично. 957. Двойки, единички. 543. 301. 457. Отлично, вот это бинго, ребята. 457, 457. Откладываем. 429, 492. Отлично. Пятерочки нас очень порадовали. 22, 94. Итак, мы переборку с вами закончили. Значит, вот такие новые. Я их, конечно, попробую выставить на продажу. Посмотрим, чего получится. Но здесь, к сожалению, очень обычные номера и редкими не являются. Но состояние только-только. Конечно, в таком состоянии нужно брать в перчатках. Но так как они с обычными номерами, поэтому можно. Можно и так. Так, вот эта вся пачка. Вот как быстро можно перебрать 80 тысяч гривен. Вот, а кто-то там не верил. Писали там умники. Положил пятисотки, а между ними сотки. И получилась пачка. Ну-ну. Так, вот этот номерочек. Я думаю, что вот с этой пачки, если у нас общее здесь количество, сейчас подсчитаем, здесь были более или менее интересные номера, значит, 2,5, 2,700, 2, так, 3, 3,200. Ну, я думаю, что несколько сотен отсюда можно заработать. Еще раз мы с вами пробежимся. 429, 492. Вот оно перевернутое. Так, чтобы не запутаться в этих деньгах. 457. Вот видите теперь, какие нужны номера. Я сниму отдельный ролик, на котором покажу. 457, 574. Вот так вот ориентируйтесь. Первые три и последние три. Вот этот номерочек 15-20 гривен. Этот под вопросом. 649.
А этот почему я отложил? 649, 490. Это, наверное, по ошибке попало. 34, 32, 33. 59, 56, 55. 85. 85, вот по краям. 0,92. Ну, тоже вот не очень, но постараемся их продать. 900, 08, 06. Такой номер. 10,67. Здесь у нас восьмерочки. Вот этот вот мне, конечно, номерочек понравился более или менее. Как только я продам вот эту бону, я сниму отдельный ролик. Поэтому ждите. 34, 47, 47, 27. Ну, в общем, вот такая вот моя переборочка. Чего-то сверхъестественного не попалось. Сейчас я заканчиваю с этим роликом, его выкладываю и снимаю новый ролик, в котором, в общем, я целый час только для вас, только для вас. Я старался, выписывал все самое интересное, там цены, номера интересные, классные, поэтому вы сейчас уже совсем скоро все уже увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!